Юрий Владимирович, тут уже не первый день тренерский штаб «Номада» и ряд игроков работают с Борисом. Вот с какой целью работаете в таком режиме? Ну, мы работаем по плану первой команды сейчас двумя группами. Первая группа – это основной состав Бориса. И вторая группа – это игроки, перспективные игроки «Номада». Ну, с какой целью? С целью повышения спортивного мастерства, в первую очередь, потому что идет и воодушевление ребят, которые выходят за первую команду, можно сказать, на тренировочный процесс. Ну и также набраться опыта, то, что нам в ноябре играть в континентальном кубке. Так что это тоже свои плоды даст. Пару слов о составе «Номада». Удалось ли сохранить чемпионский костяк команды? Или все-таки на ребят спрос повысился среди казахстанских клубов во время межсезонья? Да, повысился спрос, и мы потеряли по различным причинам. По разным причинам мы потеряли 11 человек казахстанскими паспортами. Это наши воспитанники, так скажем. 6 человек россиян у нас ушло. 8 человек на просмотре сейчас в первой команде. Так что практически основной состав, можно сказать, «Номада» прошлого сезона, чемпионский состав, так скажем, мы его потеряли. Но сохранили некоторых игроков, плюс пригласили Владимира Гребенщикова, пригласили Егорова. Ну, думаю, мы команду соберем. С первой команды, опять же, наши воспитанники спустятся там. Так что команда будет боевая.